Предложение. Использовать материнский капитал повторно. Фонд защиты прав дольщиков предложил обманутым дольщикам, которые оплатили материнским капиталом часть жилья, но в результате получили денежную компенсацию вместо квартиры, возможность использовать сертификат повторно. Согласно данной поправке, при выплате денежной компенсации материнский капитал, который был использован во время покупки жилья, возвращается обратно в пенсионный фонд. После этого гражданин получает право использовать сертификат еще раз на любые цели, положенные по закону. Добавлю, что с 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляют в автоматическом режиме после рождения ребенка. Специального заявления больше не требуется. За первого ребенка от государства можно получить помощь в размере 460 тысяч рублей, за второго ребенка 616 тысяч рублей. С вами, как всегда, был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Оставайтесь со мной, дальше видео будут еще интереснее. Увидимся в следующем ролике. Пока!